Самосуд над живодерами, которые по ночам истязали свою собаку, устроили в Заволжье. Раз получилась такая большая огласка на всю страну, про собаку, про меня. Народ сбушевался, никому не понравилась эта ситуация. И все собрались дружно и, наверное, пришли наказывать человека, спасать собаку. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.